когда дается второй номер, от второго номера вызывают автомат. Потому что если мало ли перебой с водой, да еще что-то. Сегодня где-то 10:30 я так я заметил, по крайней мере, дым. 215-я вагоне стоит на стапеле где-то метров 200 от нас, ну, может, побольше, 250. Ну, вот я сразу поднялся в рубку, доложил спасательному координационному центру. Вот, они, значит, приняли это к сведению, сообщили портнадзор. Портнадзор попросил меня, чтобы я наблюдал, ну, объяснил им характеристику, там, что вокруг... Не пострадает ли суда, стоящие вокруг дока? Ну вот я наблюдал где-то порядка 2 часов. Пожар, ну, начал разгораться, было несколько взрывов там. Вот, вокруг суда, стоявшие, не пострадали. Сейчас в данный момент пожар потушен. Проводились ремонтные работы, да? Ну конечно, да, это стояли на стапеле, судно находилось в доке. Вот. И сейчас пожар потушен, так что все закончено. Может, сварка. Ну, все там может быть. Неосторожность, конечно. Неосторожное обращение с огнем. А больше что там еще может быть? Специально никто же это не сделал. Ну, судно как? Наверняка судно пострадало, потому что взрывы внутри, это пожар всегда, это деформация корпуса, возможно, какая-то. Ну, не корпуса, а, допустим, танков. Это уже там решит следствие.